днем, ангелы, дорогие именинники. Люди часто желают долго жить. Долголетие – вожделеннейшее желание огромного числа людей. Хотя долго прожить на земле – это не самоцель. Ведь важно не то, сколько ты прожил, а как ты жил. До потопа, как говорит Святая Библия, люди жили невообразимо долго. В 300 лет или в 200 лет они могли только родить первенца. 700, 800, 900 лет – это был срок жизни патриархов допотопных. После этого Господь дал жизни человеку 120 лет после потопа, а потом уже в молитвах мы слышим 70, а если в силах 80, и до этого часто многие не доживают. Сегодня мы расскажем о человеке, жизнь которого была продолжена по усердным, по слезным молитвам тех, кто любил его и кому этот человек был нужен. Речь идет о преподобном Лазаре Галисийском. Этот человек жил в Малой Азии, потом стал монахом и монашествовать ушел в Палестину, в монастырь Саввы Священного, древняя прославленная обитель. Там все удивлялись, насколько Лазарь был кроток, трудолюбив, не знали, когда он спит и что ест, был молчалив, молитвен. И со временем, когда он усовершился в монашестве, его разрешили отправиться туда, где он родился, в Малую Азию. В окрестностях города Ефеса Лазарь увидал чудное видение. Огненный столб и ангелов Божиих, поющих песни из псалма «Да воскреснет Бог и расточатся в рази его». Лазарь на этом месте основал монастырь. К нему стеклось множество учеников, иноков. Когда Лазарю было около 60 лет, ему было откровение Божие о скорой смерти. Он сказал своим ученикам, что Господь ему открыл о скорой его кончине, и тогда ученики со слезами, как один человек, стали молиться Богу о продлении жизни своего учителя. Господь приложил ему лет жизни на 15 лет еще. Кстати говоря, именно такой срок Господь приложил к годам жизни царя Иезекии при пророке Исаии и по молитвам Исаии. Иезекия боялся смерти, плакал, тосковал и молился Господу, чтобы Бог помянул все его добрые дела и пробавил, продлил ему годы жизни. На такой же срок он еще был задержан на земле и был облагодетельствован таким образом. Что можно пожелать, дорогие братья и сестры? Можно пожелать, чтобы и мы жили точно так же, чтобы разлука с нами была невыносима для окружающих людей, и чтобы любящие нас молились о нас, и по их молитвам Господь прибавлял бы нам годы нашей жизни. Кстати говоря, Лазарь означает «помощь Божия» в переводе с еврейского. И вот тот Лазарь, о котором молились ученики, очевидно был помощью для всех, кто жил возле него. Он помогал словами, делами, молитвой, и само пребывание его близ любящих его было для них помощью. Так нужно стараться жить и нам с вами. Кроме носящих имя Лазарь, мы с радостью поздравляем таких именинников Кирилл, Федот и Зосима. С днем ангела, дорогие именинники! Радуйтесь, имена ваши написаны на небесах.